шишу, на удачу есть. Она сегодня в действии, чтобы спасать, чтобы исцелять, чтобы избавлять, чтобы перевязывать раны народа моего израненные. Измученные сердца нуждаются в Господе, а я пришел в тихом влиянии ветра, ибо помощь моя, ризы мои на этом месте нет. Это не человеческое дыхание, это дыхание славы Божьей и любви Божьей к тебе, народ мой. Смягченная благодатью сердечная почва, она способна рождать армана лаудис. Рождаются истины, рождаются перемены, рождаются новые чувства и желания. Вот что нужно сегодня народу моему. Сердце смягченное и сокрушенное небом, а небо так близко, а небо опустилось на это место, ибо я люблю Ребеде Лаудисами, Явен Сермен, родильница, это церковь моя, которую я должна иметь способность рождать, аллилуйя, а рождать способный тот, который живет пред Господом, Ребеде Лаудис. Освященное сердце, преображенное любовью неба, способно на многое. Потому если ты жаждешь встречи с Христом, расскажи Иисусу, аминь. Я пришел, чтобы провенцы кладу углубить познанием для величения живого Бога. Ибо написано дерево, посаженное при потоках вод. Оно способно приносить плод во всякое время. И ныне, когда пришло время, Фрэнсис, когда посуха, аминь, когда подули знойные ветры, кто сегодня способен принести плод? Тот, который углубленный был, познание живого Бога, который сувлекся старого естества и увлекся в нового, аминь, человека, живущего не по плоти, но по духу. И вот время пришло, в котором поменялись приоритеты, и многие из народа ухватились за ризы спасения и говорят: Господи, помилуй и сохрани, разве нет в обетовании моих? Разве нет слова Мого, если написано, что слово Мое живо и действенно? И так Иисус Христос, Ромени глазен розгрузка, еще нужна многим сердцам, еще есть не до конца, Ребеде Лаудис, те, которые решилися отдаться, всецело и посвященные для Господа, аминь. А я желаю Пременкла одеть в готовность благовествования. Миру мир, аминь, благовествовать. Это Романа Лаудис быть посвященным. Веруешь ли ты, что я готов принять тебя и дать тебе эти ризы, Ребеде Лаудис, эти одежды, священник, аминь, священнические одежды. О, Ребеде Лаудис, готов ли ты принять зал моей любви и сказать: Господи, вот я, пошли меня, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, ибо будут брани усугубляться, тьма будет еще больше сгущаться, опустошители мои пойдут, Ребеде Лаудис Сументус, чтобы опустошать народ, но кто будет в завете со мною, он будет усиливаться и будет действовать. Вот разница между служащими и неслужащими живому Богу. Народ верный усилится и будет действовать, ибо из таковых изберу посвященных и буду Раментус умножать силу свою и ведение свое. Потому разгрузка, еще говорю, нужна. Нужно обновить обеты и завет.
заветы пред Господом, и придет умножение в жизнь твою и в личные отношения с Духом Божиим. Ты поймешь, как распознавать голос Божий, и подосенья ты водился только тем, что чувствовал. Но сегодня пришло время, когда ты должен иметь личные отношения со мной, чтобы знать, за каким голосом идти, ибо множество голосов и смятение пришло в народ, и говорят, кому верить, когда слухи и рамена лаудис разного рода слухи идут. О, живущие под кровом Всевышнего, они покоятся и говорят, Господь есть Бог, Он мое убежище, Он моя скала, Он моя надежда и мое утешение в дни осады, ибо враг идет осады, и это духовные брани. Нет, не эта брань опасна для тебя, опасна брань духовная, где ты не видишь, откуда идет поражение. Вот опасный путь, не видеть очами духовными, не слышать очами внутреннего человека, не распознавать чувствами, которые должны открыться в тебе, чувствования Христовы. Благодушествовать возможно, прощать возможно, преуспевать возможно, побеждать возможно, если ты пребываешь в завете со мною. О, человеческое, оно должно как шелука, вот ревенцус отделиться от тебя, а ревенцус размножится и умножится вера. Кровь завета не потеряла силу, а здесь стоят еще пленники, а пленникам особенно. Я приглашаю вас получить свободу, я приглашаю вас получить радость спасения и избавления от Сиона. От Сиона придет избавитель и положит плату, положит цену и скажет: о, кровь, это мой, это мой.